По трактору вываливайте туда в центр. А он будет все туда оттаскивать. До забора? А? До забора? Да, до забора здесь по газону. Газон убираем. В очередной раз зима преподнесла нам сюрприз. Видите, выпало аномальное количество снега. Ну и в такой ситуации мы приняли решение помочь своим старым друзьям, которым мы всегда помогаем и общаемся, в уборке снега с территории. Сегодня начальники пожарно-спасательных подразделений города приняли решение принять участие в акции. Мы прибыли сюда, на Карла Маркса 52, в специализированный дом ребенка, чтобы помочь его сотрудникам убрать территорию от снега. В акции принимают участие начальники всех пожарно-спасательных подразделений, их 10 у нас, и дежурный караул ближайшей 3-й пожарно-спасательной части. Акция эта не разовая. Сегодня у нас работают наши пожарные по уборке снега на улице Дзержинского в школе-интернате для глухонемых детей. Ну и периодически, по мере того, как будет идти снег, мы будем выезжать на социально значимые объекты города, чтобы оказывать помощь, необходимую по уборке снега.